Доброго времени, дорогие друзья, меня зовут Алексей. Легкие метательные орудия – один из самых сложных отрядов в игре. Скорпионы, как их называют иначе, могут нанести огромный урон сопернику и в то же самое время могут быть уничтожены чуть ли не в самом начале битвы. За счет чего они могут нанести большое количество урона сопернику и кого им стоит опасаться, сейчас мы с вами и разберемся. Дальность стрельбы, урон, маневренность. Вот те вещи, которые делают из скорпионов очень опасного соперника. Дальность стрельбы у скорпионов равна 200 метрам и не изменяется с повышением уровня. Больше дальность стрельбы только у катапульта и баллисты, которая равна 350 метров. Прачники по дальности идут сразу за скорпионами, и у них она равна 130 метрам. И вот прачников как раз вам стоит очень опасаться. Если они будут видеть вас, то с очень большой вероятностью, что будут стрелять именно по вам. Да и вообще, играя на скорпионах, вам придется привыкнуть к тому, что как только соперник будет вас видеть, он всеми силами будет стараться вас уничтожить. И именно это заставляет вас постоянно быть настороже, иначе вы заметить не успеете, как битва для вас закончится. Порой будет казаться, что соперник будет жертвовать собой, лишь бы вас уничтожить. И в этом, конечно же, заключается сложность игры на скорпионах. А также то, что вам постоянно придется прижимать способности полководцев, отрядов, постоянно устанавливать и разбирать скорпионы. Не стоит также забывать про коле и шипы, которые можно с собой брать в качестве вспомогательных средств. И если вы испугались и уже решили, что скорпионы это не для вас, то не спешите. Помимо дальности стрельбы, у скорпионов есть еще очень хороший пробивающий урон. Пробивающий урон – это урон, который невозможно заблокировать, который, кстати говоря, на 5 уровне равен 110, а на 10 – 142. Но это всего лишь минимальный урон, который скорпионы будут наносить, а есть ведь еще урон дальнего боя, который также очень неплох. Но выше минимального урона вы будете наносить только по слабо защищенным целям, либо стреляя по отступающим отрядам в спину. Стоит сказать также, что один отряд устанавливает 3 скорпиона. Но это не значит, что сделав один выстрел, скорпион в случае попадания нанесет урон только по одному юниту. Нет, конечно нет. Один болт наносит урон сразу по нескольким юнитам. При этом он их либо убивает, либо сбивает с ног, тем самым замедляя отряд. Да еще и вешает баф на отряд на несколько секунд, уменьшающий скорость перемещения на 15%. А это, вам хочу сказать, очень сильно дезморалит. Особенно если противник не видит ваших скорпионов. И вот тут как раз настало время для того, чтобы рассказать о том, где же все-таки лучше всего устанавливать свои скорпионы. Тут нужно соблюдать некоторые правила. Нужно находиться в тылу своей команды и стараться использовать дальность скорпионов. В такой ситуации соперник не будет вас видеть и вряд ли он будет, сломя голову, бросаться на вас, если только он не на коннице. Обращайте также внимание на то, не бросили ли союзники фланг, на котором вы расположены. Да и вообще, почаще сменяйте позиции, ведь даже если вы не были в засвете, по выстрелам можно определить, где примерно вы были расположены. На союзников из рандома я бы посоветовал вам не особо полагаться. Очень часто, кстати говоря, меня постоянно кто-то охранял, когда я был на скорпионах. Я думал, что у меня хорошая охрана, не выставляя колья. И это была моей ошибкой. Вражеская конница находила момент и подбиралась ко мне, несмотря на охрану. Поэтому мой вам совет – выставляйте колья, бросайте шипы. Помимо всего прочего, у скорпионов есть функция автоматической стрельбы, и если вы ее включите, только в радиус действия скорпионов попадает соперник, они начинают автоматически стрельбу. Но тут вам надо быть внимательным, потому как если рядом с соперником будет находиться союзник, то они наносить урон могут также и по союзнику. Дело в том, что они будут стрелять по сопернику, а болты будут попадать также в ваши союзные войска. Могут. Поэтому будьте внимательны с этой функцией и вообще при стрельбе будьте внимательны, если находите рядом соперник, прежде всего подумайте, стоит ли стрелять по сопернику, так как можете задеть и союзника. Начиная с 8 уровня, у вас будут две ячейки для вспомогательных средств. В одну можно взять колья, в другую шипы. До 8 уровня можно на один отряд брать шипы, на два других колья. Тут просто как вам удобнее, все зависит от вашего стиля игры. Если вдруг вы решите расположиться в лесу, то вам нужно знать, что дальность выстрела и урон уменьшатся на 10%. Из полководцев мой выбор пал на Суллу. На мой взгляд, он подойдет больше, чем остальные. Правда, первая способность работать не будет, но зато вторая способность – кнут. А будет увеличивать вашу скорость перемещения и скорость установки размещаемых объектов. Бегать быстро вам пригодится, либо для отступления, либо для смены позиций, а вовремя поставленные колья могут спасти ваши отряды от уничтожения и нанести сопернику большой урон. Ну и третья способность Усула уменьшает атаку соперника и отряда, на котором она была активирована. Возможно, поможет вам продержаться до подхода помощи, если она недалеко. Это помощь.
Первое время вам будет сложновато освоиться на этом отряде, но чем больше битв вы проведете, тем больше вам будет нравиться на них играть, и вы будете делать все уже чуть ли не автоматически. Лучше всего будет, если вы начнете играть с хорошо прокачанным полководцем и в пати со связью. Надеюсь, что я рассказал все, что можно было про этот тип отряда. Если у вас есть чем дополнить, пишите в комментариях, буду только очень рад. Ну и в конце будет у вас ссылочка на битву на 10 уровне на Скорпионах. Это была битва еще на ЗБТ, играл не я, а совершенно другой человек. Посмотрите, я думаю, что вам понравится. А на этом я заканчиваю, с вами был Алексей, спасибо за подписку и лайк. Всем добра, пока-пока.